Сам же получает мяч. И здорово сейчас. Убегает зимбабвеец. И нет возможности у Галиновского догнать. Какой рывок совершает Читаквинду. 23-15 становится счет Тафадзва Читаквинду. Ого! Через все поле пробежал 14 номер зимбабвийцев. И не смог Галиновский его достать. Вот смотрим. Ютуа получает мяч. Отдает на Кронье. Кронье на Читаквинду. Переводит налево. И посмотрите, Покра сначала убежал в край, а затем по бровке. И Галиновский не смог. Гораздо более свежий Игорь Галиновский не смог Читаквинду догнать. 23-15. Не сдаются зимбабвийцы. На последних минутах сокращают разницу в счете. И сейчас Кронье будет бить очень сложную реализацию, пытаться забить. 8 очков отрыва. И Кронье бьет. Нет, не попадает. Не закручивает мяч в ствол. И Кронье. 23-15 остается счет, а это достаточно сложно будет догнать сейчас россиян. Ох, еще раз смотрим этот рывок. Не успел там, по-моему, Артемьев достать Читаквинду, ну и Галиновский за быстроногим зимбабвийцем также не успел.